Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Спорт с Медведевой. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие земляки. Выгляните в окно, пожалуйста. Сегодня 22 октября, среда, 14 часов. А выглянув в окно, вы сразу поймете, о каком виде спорта мы сегодня будем говорить. Мы будем говорить о лыжном спорте, спорте номер один для Кировской области. Этот год запомнится всем лыжникам именно тем, что лыжный сезон открывается необычно рано. У меня в гостях сегодня замечательные представители этого вида спорта. Игорь Обухов, директор Центра спортивной подготовки «Вятка Старт», мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, участник зимних Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Нина Александровна Метелева, легендарный человек, председатель любительского лыжного клуба «Вятка», шестикратная чемпионка мира среди лыжников-любителей, мастеров, ветеранов. Здравствуйте, Нина Александровна. Здравствуйте, здравствуйте. И Василий Дмитриевич Обухов, мастер спорта по лыжным гонкам, тренер практически всех наших великих лыжников, и Скобова, и Трефилова, и других. И, как правило, главный судья соревнований среди лыжников-любителей. Здравствуйте, Василий Дмитриевич. Здравствуйте. Дорогие друзья, вчера состоялась поездка губернатора Кировской области Никиты Белых в Верхошижемский район. И, как всегда, один из основных вопросов в ходе этого визита был вопрос лыжного спорта. Все заключается в том, что впервые в истории кировского спорта, кировского лыжного спорта нам дано очень такое замечательное право, почетное право, но которое налагает огромную ответственность на кировский спорт, на лыжников наших, по проведению чемпионата России среди лыжников-любителей, который пройдет в Верхошижемье, наверное, в марте. В конце марта. 28-го уже известна точно дата. 28 марта 2015 года. Угу. Дорогие друзья, вот расскажите, почему эти соревнования такие важные, такие нужные, как они будут проходить, и вообще поговорим о лыжном спорте с уклоном на ветеранское движение. Кто начнет? Ну, давайте я начну. Я думаю, что вот идет целенаправленная работа по поднятию лыжного спорта в Кировской области, и та работа, которая ведется с 2009 года, она начинает приносить свои результаты. Впервые нам доверили такую огромнейшую честь и право провести чемпионат России среди любителей. Почему раньше этого не было? Я думаю, потому что не было у нас ни лыжных баз, ни лыжных стадионов. Но на данный момент, если мы говорим о поднятии инфраструктуры, то Верхошижемье самое подходящее, идеальное место на данном этапе, чтобы проводить такие крупные всероссийские соревнования. Вот, Василий Дмитриевич, вы, как правило, главный судья. Ну, скорее всего, вам и здесь такое почетное право предстоит принять, исполнить эту миссию. Вот насколько сложно подготовка вот этих соревнований, их проведение, сколько участников примерно планируется, как вот вы это видите? Мы планироваться не знаем, как приедут люди. Приедет очень много. Приедет очень много народу. Ну и по дистанциям. Смотря какие дистанции, если две дистанции будут, 25 и 50 и общий старт, то это будет нормально. Никак... Ну, примерно сколько человек? Вот, ну, меня 400 вот, что... человек будет. 400 человек – это огромное соревнование. Да. Даже трудно представить себе, как это можно провести, такие соревнования. Там. Ну, в Верхошижемье есть судьи, они очень квалифицированные, да. Поэтому справимся. Я могу добавить по этой теме насчет количества. Так как я ежегодно бываю на чемпионатах России, только не марафонских, а вот таких гонки, да, то приезжают всегда где-то 38-36 областей, регионов. А это если даже команда, если по 5 человек приедет, это уже большое количество. А если больше, то можно представить, сколько будет количество. Ну вот на самом деле очень радует то, что вот и в нашей стране, ну за рубежом это, наверное, давно почетно
заниматься спортом в любом возрасте. Но то, что в России вот это движение крепнет, это очень приятно. Вот, Нина Александровна, расскажите, вот ваш опыт участия именно в международных стартах, как это все проходит? Вот лыжники-любители чем-то отличаются от спортсменов основного состава? Вы знаете, когда позапрошлый год во Франции Веденин и Александр Легков, там кто-то еще был, в общем, сыктывкарцы были на чемпионате мира на наших гонках, это они там удивлены были до беспредела, потому что действительно, вот как на Олимпиаде, например, на финиш шли там Максим Валикжанин, там Легков. Да, я видела, кстати, финал этой вот гонки. Вот такие же финалы бывают и в нашем любительском спорте. В общем, общий старт дают, а на финише это прямо вот... идет такая борьба, такая... Заруба, да? Заруба настоящая, да. Вот один только эпизод могу в пример привести. Это было в 2005 году, но мы его запомнили на многие-многие годы. Был чемпионат мира впервые в нашей стране, проходил в Красногорском. И вот наш легендарный, он у нас Аркадий Варанкин есть в области, хороший мастер по лыжам. И вот он идет до финиша, на 30 километров была гонка, остается до финиша 1.5 километра. Мы как раз тут его поджидаем. Идет 4 человека, оторвались, идут вот четверо. Но пьедестал-то 3 человека. И, ну, да, самое обидное место четвертое. Вы знаете, как у нас раньше союз был дружный. Европа, между прочим, они тоже вот в этом надо им отдать должное. Они дружны. Идут, значит, два... Русский один шел, он, да? Они начали все вместе дуть спину своим финнам. Они дуют, и Аркадия не впускает в тройку. Идут, представляете, двое, свободный ход, рядом... Третьего отпускают, он уходит на глазах, отходит. Аркадий вправо, влево метался, но не пускает. Вот прям... А винтовки на плече нет. Да, и представляете, вот на глазах у нас умудрился, но это надо быть мастером, еще и мастером и по прыжкам. Он перепрыгнул через лыжи между них, устоял и умчался. И он красавчик. Вот вторым был. Он не смог буквально 3 метра догнать вот того австрийца, который далеко ушел. Старая советская школа. Да, лыжный гонок. Да. Вот, вот так вам Европа и со поэтому, своими санкциями можете отдыхать. Везде вот очень, значит, здорово бывает. Но вот московский прием был, запомнилось всем иностранцам. И мы надеемся, что нынче будет, значит, очень большое количество гостей из других стран, может, что-то малочисленно будет только из-за того, что дорогостоящая поездка, конечно, к нам в Россию. А так все заявились, кроме англичан, все уже заявлены, 22 страны уже точно есть. И украинцы в том числе есть, не боятся, говорит, мы все равно будем участвовать. Дорогие друзья, телефон в студии «Эхо Москвы» в Кирове 708-502. У вас сегодня есть уникальная возможность узнать, как вы можете приобщиться к ветеранскому движению в лыжном спорте, узнать много интересных историй. Звоните нам в редакцию, готовы ответить на любые ваши вопросы. Но давайте непосредственно вот к нашей, там, скажем, проблеме, к задаче. Вот, Василий Дмитриевич, вот на самом деле, вот вы были как тренер и на официальных соревнованиях, то есть там основной состав, сборная страны, и вот ветеранская. Как-то отличается подготовка к соревнованиям? Может быть, там более серьезно, тут более просто, либо все не по-детски? Здесь же любительский спорт, и готовятся больше всего самостоятельно. Не так, что раньше ведь сборы... центральные советы проводят, все. Там уже целенаправленно. Сборную команду отбирают, проводят центральные советы все. Едут на союз сборная команда. Здесь же, вот, в частности, взять нашу область, у нас едут со всех районов. Вы представляете, раньше мы начинали там 70 человек, сейчас 170, и номеров не хватает. Со всех районов приезжают. Я больше, Василий Дмитриевич, по-моему. Любители приезжают все за свой счет. Ну, и, это очень принятая практика. И очень важно ведь это тоже. Это очень важно, да. Если человек любить. Готов потратить не только силы, но еще и средства определенные, значит, для человека это важный
важное дело. Сейчас ведь очень важно, вот в Сыктывкаре на Кубок мира заявились. Сколько, Нина Александровна, человек? 31 человек. От Кировской области. Стартовый взнос 10 800 рублей. Платит каждый самостоятельно. Уже заплатили. Это ведь очень важно. Не каждый найдет даже это. Экономят люди. И едут за счет всего себя. Василий Дмитриевич морально готовится уже 3 года к этой поездке. Как стало известно, что у нас в стране будет проводиться чемпионат мира. Вот эти 30 человек, вот они целенаправленно идут к этой цели. Ну, давайте тогда поподробнее. Из этих 30 все-таки, наверное, есть звезды, лидеры. Нина Александровна, расскажите, всех знает. Нина Александровна. Нина Александровна, звезда. Кто это такие? Где на них можно посмотреть? Это можно посмотреть. Это, знаете, вот 31 человек, из них 16 из районов, остальные из города Кирова. Ну, с девочек начнем. Щеголева Валентина, мастер спорта. Светлана Фирсова, мастер спорта по лыжам. Чемпионка мира. И Валя Щеголева, чемпионка мира среди любителей. Среди любителей и ветеранов. Зоя Большакова едет впервые на чемпионат мира из Лузы. Но это она у нас была в сборной области. В общем, мастер бывалый. Тоже по спорту. Ну, Нина Метелева, сейчас это я. Сейчас Катя Большакова, ее дочка, да, занимается спортом, да. Мастер спорта, призерка и чемпионка. То есть России. Целые семьи, да. Которые выбрали для себя спорт как основное. Я про семью заговорили, я вам больше скажу. Из Верхошижа у меня семья есть. Папа, мама. Ну, сейчас уже на пенсии, но были учителями физкультуры. Угу. Вот Тарасовы, Людмила Ивановна и Николай Михайлович. И у них 2 сына, Федор и Михаил. И вот они, семья 4 человека, все поедут на чемпионат мира. Кстати, сказать, что это Людмила Ивановна, она раньше за сборную Коми выступала, поэтому она готовится уже эти 3 года, что на родине пробежать и снова... То есть давайте тогда немножко поподробнее про чемпионат мира. Мы о нем начали говорить. Давайте вот, может быть, кто-то пожелает поехать и в качестве зрителя. Где будут проходить эти соревнования и в какое время? Сейчас расскажу, еще о мастерах все-таки. Хорошо, расскажу. Наш Вайнаги, угу. Роман, вот этот Аркадий Варанкин, это тоже вот, потому что про девочек сказала, про мальчиков. Ну, очень так. Сильные ребята. Да, очень сильные, да. Братья Волковы, Крутихин Виктор, неоднократный чемпион мира и хороший марафонец, кстати, Виктора сказать. Виктора мы вчера видели, он готовится вовсю. Да, и даже руководитель вот Афанасьевского района Виталий Васильевич Харин тоже едет. И, кстати, не первый раз и на немецкой земле с нами, и на французской земле хороший тоже бегает. Хороший пример, кстати, да? Да, хороший молодец. Пример. Прямо надо... вот можно позавидовать. Кататься ночью, угу. Понятное дело. Ну да, ясно, на такой работе. И даже есть с 37-го года бывший агроном Орловского района, Казаковцев Геннадий Андреевич, он уже многократный чемпион. Вот он, хотя в таком возрасте, но борется-то со своими, как говорится... Ну, со своим возрастом. Со своим возрастом. И он непобедимый, так можно сказать. Я думаю, что он умудряется еще и у более младших выигрывать. Ну, так, более, да, там 5-10 лет он еще может составить. Побороться, им, да. Это же 78 лет. Да. Давайте про место и время место. Проводиться чемпионат мира будет в Сыктывкаре на стадионе имени Сметаниной. Проживание там, наверное, в городе, в гостиницах, конечно же, будут места, а то, что прямо непосредственно на стадионе уже все забронировано иностранцами и нами, россиян, потому что будут участвовать, только участвует 700 человек, только россиян. Россиян 700, да. Человек. Но на самом деле вот не впервые слышу, что вот движение любителей, ветеранов, оно вообще глобальное. Там в плавании участвуют по несколько тысяч иногда. Угу. Вот лыжные гонки, 700 россиян. Это колоссальное вообще, да, это, движение. Эта борьба будет даже между нами, россиянами, а сколько еще иностранцев будет. А вообще иностранцы вмешиваются в пьедестал? Как? Обязательно. Mm. Очень сильно норвежцы, финны, австрийцы, традиционно, это немцы, да. Это традиционно. Как итальянцы. У молодых те же. Хорошо, в Сыктывкаре когда это будет проходить? Это будет проходить с 11 по 21 марта. Наши соревнования Кубок России будут проходить 28-го. И вот весь этот поток людей, 700 человек, не возвращаясь на свои места, приедет в Киров, я думаю.
Ну да, то есть да, вот многие вчера россияне об этом говорили, что ожидается действительно очень хорошая сложилась логистика. Да. Ожидается вот благодаря тому, что в Сыктывкаре закончится чемпионат мира, и Киров совершенно рядом, и, в общем-то, находится в такой удобной транспортной развязке, что многие на эту неделю приедут и потренируются здесь и продолжат свой... Об этом разговор и ведется. Дальневосточники, там Сибирь, вот они так и планируют, что они останутся здесь, да. Вот, Василий Дмитриевич, а вы как организатор не боитесь, что вот после там чемпионата мира в Сыктывкаре, наверное, уж Сыктывкар, там Коми подготовится, то да, посерьезно. Да, и 100 человек уже заявилось. Не боитесь ли вы, вот, что будет какой-то такой эффект сравнения не в нашу пользу? Или вы уверены, что нам почему? Удастся... У нас ведь есть судьи, многие сделаем комитет, проведем. И как достойно, чтобы было. Но всё. На самом деле, вот это не просто. Вчера вот Игорь Юрьевич присутствовал на встрече с губернатором в Верхошижемском районе. Действительно, мы все понимаем, что это, в общем-то, для Кировской области соревнования важные, брендовые, поэтому будет подготовка вестись серьезно. Вот непосредственно вчера велась речь о приобретении для Кировской области электронной системы судейства соревнований. Здорово. Вот это действительно так важно? Или, может быть, вот это просто уже там что-то дополнительное, лишнее? Нет, не лишнее. Это, лишнее, наоборот, не очень лишнее. Важно. Это очень важно. Это самый главный момент судейства. Мы до сих пор стоим с часами, судим там секундомерами, когда уже весь мир давно работает на электронике. И вчера было такое принципиальное решение приобрести для Кировской области. Это на самом деле... Это прорыв. Прорыв именно для нас, опять же. Ну, Игорь Юрьевич, расскажите тогда, вот нас же многие люди слушают, которые не представляют собой, что такое лыжное соревнование. Вот что такое вот электронная система судейства соревнований по лыжным гонкам? Что туда входит? Там, какие фишки? Фишки в том, что до сих пор в Кировской области сидим, пишем эти карточки какие-то, а тут уже все в электронной системе, база, вбиваются спортсмены, и буквально одной кнопкой можно узнать результаты, то есть протоколы можно получить сразу же по окончанию гонки. Раньше это занимало времени день-два, а сейчас это электронная система, и без нее не проводятся сейчас ни одни всероссийские соревнования. Я говорю, мы чуть-чуть отстаем. А что такое электронная система? Это просто компьютер, ноутбук или там еще там куча всякого? Нет, компьютер, ноутбук, это понятно. Это тоже секретариат сидит, а декодеры, где будут кодироваться чипы, и каждому человеку будет одеваться чип, и он будет проходить определенные промежутки времени, и все это будет отсекаться. Да. Электронный чип, это как он, вживляется, вшивается? Нет, это браслет на ногу надевается. Это мы простой браслет одеваем, мы говорим пока просто о простом. Но есть другая система, но она очень дорогая, это в номер. То есть это следующий шаг, это, пока это будет браслет. Это браслет, пока вся Россия пользуется. Но бывает и в номер, вставляться. И чип все, вставляется, чип но тоже. Это очень дорогая, она на порядок там дороже. А вот эта электронная система, она очень важна, конечно. А как-то соединяется это со стартовым пистолетом? Вот я-то просто, я там в плавании разбираюсь, там сирена, которая синхронно включает там хронометр на всех 10 дорожках. Там на бортиках щиты, задевая которые, спортсмены там фиксируют время прохождения того или иного отрезка. Вот здесь нет, как а происходит? Тут просто все видели Олимпийские игры, чемпионаты мира. И стоит. Но вряд ли кто-то там вдавался в подробности. Ну, стоит обыкновенная калитка, и спортсмен, когда уходит со старта... Что такое калитка? Деревянная дверка? Нет, это калитка, это такой механизм, когда спортсмен пересекает линию старта, идет фиксация, начинает его время. Проволочка? Ну, не проволочка, это такое, как сказать, стартовая калитка. Ну, такая штучка, немножко похожая на рамку экстрасенса. Ну да, да, что-то типа такого. Спортсмен начинает старт, калитка открывается, время начинает идти,
Также на финише стоит специальная система видеофиксации, луч. Спортсмен пересекает линию финиша, все, время его зафиксировано. И то есть вот благодаря этому чипу фиксируется именно время того человека, который и стартовал. Потому что все чипы закодированы на каждого человека. Стоит судья, который перед стартом одевает этот чип. Перед этим чипы уже согласно стартового протокола, они кодируются именно на этот номер. Да, их надевают только тогда, когда ты уже зашел на стартовую поляну. И все, он никуда уже уйти не может, он идет только на старт. Да. Ну, вообще, конечно, это нечто глобальное. Так вот, 400 участников охватить вот такой заботой, что никто не ушел без чипа на дистанцию, все это зафиксировать. Это забота судейской бригады, но я думаю, что наши судьи, они достаточно квалифицированные. И вот не стыдно принимать такие мероприятия, потому что в том году Верхошижемье купила такую систему, ретракт называется, снегоуплотнительная машина. Это не система, это очень клевая машинка. Вот как раз об этом и хотела спросить. А вот, Нина Александровна, участвуя, конечно, там в соревнованиях там самого высочайшего уровня, наверное, отмечаете разницу в лыжне. Вот Верхошижемье уже удалось покататься после ретрака? Обязательно, прошлый год. Не было земля, то есть, да, вы задели больное место у Нины Александровны, потому что мне так больно, что у нас в областном центре нет такого автомобиля, который вот делает этот трассу. Ну, есть уже, почему нет? Уже есть все Верхошижемье. Ну, мы катаемся в Верхошижемье-то, да, я имею в виду здесь у нас в Кирове. А так, конечно, приезжаешь, и такая вот поляна, это что-то такое. Маленькая Швейцария. Да. Вот. Но вот чем отличается там лыжня, подготовленная Бураном, от лыжни, подготовленной ретраком? Она твердая. Ага. Она уплотнена так, что она там как-то вакуумом уплотняется. Нет, это трамбуется. Да, что она вот идешь по лыжне, ты не проседаешь. Но вы идешь, это не про вас. Вы летите по лыжне, потому что я даже со стороны, наблюдая соревнования лыжников, просто восхищаюсь. А вот ваш коронный ход – это классика? Классика. На конек не перестроились, да? Нет, я хожу, конечно, и коньком, но сильна в классике, так скажем. То есть вот ретрак – это такая машина, которая может подготовить лыжню и для классики, и для, да, и для конька. Вот эстафета идет, да? Два этапа прошли классика, прорезанные, там четыре пусть лыжни сразу уходят. Уходит второй этап, за ним следом идет этот ретракт, и все, он после его уже коньковый ход, свободный ход, никакой лыжни прорезанной нет, уже все утрамбовано, стоит вот ему пройти по этой На трассе. Буранах так невозможно сделать, потому что после бурана идешь, все разбивается, и это совсем не то. Там все равно такие бывают волны на буране, он же легкий, а тут вот прямо столб. Да. Василий Дмитриевич, вот вы, наверное, восхождение к должности главного судьи начинали, будучи на любом участке судейства соревнований по лыжным гонкам. Вот вам приходилось на буране делать лыжню? Я сам в то время, когда мы тренировались, у нас еще буранов-то почти не было. Топтали лыжню ногами. И насыпали лопатами. Это Жасковов и Трефилов. Все по два дня только мы в Мутнинске делали лыжню сначала, а потом начинали тренироваться. А потом начинали тренироваться. Вот так что сейчас совсем все другое. Конечно, пройдет ретракт. Там колея выдержана, высота колеи, все. А ведь и на буране еще надо нарезать, чтобы колея-то была одинаковая. Если чуть побольше прорезано, крепление задевает, слабо разбивается, если колея низкая, все тут много нюансов. Ну, то есть вот эта симпатичная машинка, о которой столько лет мечтали, которая появилась в прошлом году в Верхошижемье, это действительно одно из самых главных условий, которое позволило нам заполучить такие соревнования. Да, и не зря же приехал на Верхошижемский марафон председатель Российского любительского союза Курочкин, Виталий Михайлович. Когда он посмотрел, как у нас идет подготовка, как Верхошижемье готово, только после этого он сказал: ребята, вы молодцы, давайте. Да, давайте. Мы
мы участвовали, вот, опять же, в том же совещании, во встрече с Курочкиным, но вы наверняка неформально общались с ним. Вот его, как бы, реальное впечатление о Верхошижемье. Вы знаете, не только его, а те, кто участвовали, ветераны, прошлый год приезжали некоторые уже, как бы, на традиционном марафоне. На традиционном Верхошижемске. Вот в этом году я ездила месяц назад в Москву, у нас там совещание исполком был, и там два мужчины встали, участники прошлого марафона, они с сыктывкарцем сказали: вы знаете, извините, но в Верхошижемье лыжня была лучше, вау, чем в Сыктывкаре. И рельеф их устроил, и подготовлена трасса. Действительно, я и прошлый год сама в Сыктывкаре была, а потом уже приехали в Верхошижемье. Ну, летишь в Верхошижемье, душа поет. Жаль, что там, говорят, в этом году медведи ходят прямо по лыжне. Да, это самое, вчера сказали, вот, а можем вам мишек показать, вы не бойтесь, к тому времени они уже заснут, и к марту месяцу еще вряд ли проснутся. Василий Мамаев, говорят, вчера их, позавчера встретил прямо вот под Лобовиком, где мы вот этот... Но это же классно, не просто проехаться на лыжах, а еще и пообщаться с природой. Ну, да. И убежать от мишки, да? Кстати, у нас иногда тренер проводил такую тренировку, вдруг ни с того ни с сего он начал нам кричать: акула, акула! Мы так на него смотрим в бассейне, он говорит: что, не верить? Но на самом деле есть такой прием тренировки, вот как бы такая небольшая стрессовая ситуация для спортсмена, которая позволяет задействовать резервы. Может, мишек правда использовать? Игорь Юрьевич, как ты к этому относишься? Ну, жестко, наверное, будет. Не, ну, на самом деле, в Верхошижемье мишки добрые. В этом году леса были богаты грибами, ягодами, так что им есть чего покушать. Нет, так они, наверное, приехали, то есть пришли посмотреть. Вы знаете, прошлый год Верхошижемский марафон, там же бегал снежный человек. Ну, вот я еще хочу сказать про Верхошижемское гостеприимство. Туда хочется приехать. Там всегда такие отзывчивые люди, они веселые такие, всем улыбаются, готовы. Но... Ой, ну очень добрые. Да, я прямо там молодцы, часто была и на сборах, они, и в гости. Это что-то вот Верхошижемье, это вот дом родной. Я можно даже с вами совершенно согласна, что, во-первых, одна из отличительных черт в целом там Вятского края — это действительно радушные люди. А в Верхошижемье особенно. То есть там прямо удивляешься, да, их. Там любят лыжный спорт не на словах. То есть они маленькими шажками делают все для того, чтобы у них этот вид спорта был спортом номер один не на словах, а на деле. Действительно, вот там зам руководителя Верхошижемского района, вот Сергей Николаевич, он ведь о спорте может говорить взахлеб. Он прямо вот... Ну прямо и глава района вчера взахлеб. Они... Ну смотрите, они вчера детский садик где построили. Рядом. Ой, вообще. Со стадионом лыжным. Вот, кстати, да. Игорь красиво Юрьевич, очень. Я вчера посмотрела на этот шикарный детский сад. Еще раз мы поговорили о той программе, которую они в районе организуют. Это лыжный спорт для детей самого младшего возраста. То есть, если мне не изменяет память, в начале каждого марафона идет забег детишек, там пятилетки становятся на лыжи, и вот идут этот почетный круг по стадиону. Это, скорее всего, один из ноу-хау, потому что для маленьких детей фигурное катание, гимнастика, плавание – это давно норма жизни. Но чтобы лыжный спорт, я думаю, что нам есть смысл этот опыт изучить и транслировать его на всю Россию. Я больше вам скажу, я же работаю инструктором физкультуры в садике. Вот мы это уже, я 20 лет там работаю, и 20 лет лыжи в садике мы пропагандируем. У нас, правда, лыжня всего 30 метров. Но ходят, да? Ходят, и но я делаю ее своими руками, прорезаю там и все. Ну это вы одни, наверное, такие, больше нету таких садиков. Ну я открыто занятия для города, для физруков показывала, они до сих пор, вот вчера ходила на открытое занятие в один садик, так они, она говорит, а сейчас для гостей, наша Нина Александровна, лыжницы, специальный этап, кто умеет одеваться на лыжи. Очень важно для того, вот, иметь что-то свое. Я думаю, что для Кировской области лыжи, вот этот опыт, его нужно развивать, транслировать, показывать всем, потому что это, ну, одно из самых простых, что доступно родителю там практически в любом населенном пункте, который находится там севернее Москвы. И даже там полоса Москвы, всегда есть снег. Ну, я вчера пришел на тренировку вечером, у меня дочка ходит лыжами заниматься. И когда на секцию пришло 50 детей,
И они все там начали лыжи брать, палки. Это для меня это было, конечно, открытие. Какие, ну, вообще молодцы наши тренеры, которые вот занимаются лыжным спортом. Молодцы. Ой, дорогие друзья, говорила бы с вами и говорила, но, к сожалению, как всегда, моментально пролетает время общения с такими замечательными людьми, как сегодня у меня гости. На улице идет снег, он зовет нас на лыжню. Призываю всех потренироваться и, возможно, в марте месяце принять участие в чемпионате России среди лыжников-любителей. У меня сегодня в студии были Игорь Обухов, директор Центра спортивной подготовки «Вятка Старт», мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, участник Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере. Спасибо, Игорь Юрьевич. Спасибо всем большое. Вставайте на лыжи. Да, обязательно. Наша легендарная лыжница, председатель любительского лыжного клуба «Вятка», шестикратная чемпионка мира среди любителей Нина Александровна Метелева. Очень рада была с вами Я уже две тренировки сделала на лыжах. Отлично. Вам огромных успехов. И Василий Дмитриевич Обухов, мастер спорта по лыжным гонкам, тренер всех наших великих лыжников, главный судья соревнований среди лыжников-любителей. Василий Дмитриевич, вам успехов. Выходите на лыжню и отличного судейства в марте. Спасибо. На первый этап приглашаем 8 декабря всех любителей на филейку. Все любители на филейку. 8 декабря. Всего доброго, дорогие радиослушатели. В студии «Эхо Москвы» в Кирове была Светлана Медведева. Авторский проект «Спорт с Медведевой».